Сейчас я перочки сделаю, продолжим. Ты магнит не качивал? Кого? Магнит. Да, серебряный. А недоступности вкачивал? Нет. Раз, зачем? Два, три. Я его два сейф. Редко поджимаю. Сейф. У меня мощный пас, тики-така, магнит... Звук? Качество? Не-не-не, магнит сейчас скажу. Короче... Чего у тебя в контроле на тебя магнит? А, у меня R1. Защита в центре, да, Найф, Макар, по флангу. Вот его я поджимаю, чтобы вахче быть. Даш на ЦП, это тоже интересно. Ну, батарейка, и вот решил, как ты поставить слёт. Так, у тебя штанина, Люба? Игорь, вставай, не готов уже. Ну, подожди, сейчас, одну секунду. Про качество замаха мне смысла делать? Ну как хочешь. Ладно. Так, все, Ваня, на позиции. Да. Давайте быстро по плану на игру. Опять же, крайки вы играете по крайкам. Когда мы теряем мяч в атаке и начинаем прессовать там сразу, да, в гегенпрессинг, так называемый, или как эта хуйня называется, блядь, контрпрессинг, вот. Вы не летите на их ЦЗ. Вы остаетесь играть по своим крайкам. Это максимально важно. Когда они играют, ну, позиционно выходят так... Блять, у меня нету приглоса. Вичпон, я тебе дал кэпку. Посмотри, есть? Нет. Выйди с позиции. Я думаю, они не кинули еще. Я вам написал. Костя, у тебя капитанка. Выйди с позиции. Пойду по сумка. Ивент спустил. Давайте релобби сделаем быстренько. Так, ну у нас Игорь Сать пошел, не заходите, пока я скажу. Короче, крайки, вы по крайкам, когда они в позиционной атаке, вернее, ну, начинают выходить из обороны в атаку, позиционный мяч у их ТЗ, мы на их ТЗ не выбрасываемся. Я играю под ЦАПу, соответственно, ваша задача перекрыть ЦОПы, форварды, да, форварды и ЦПшники наши. Вы играете... Я тоже, секунду. Можете заходить. Сейчас, секунду. В остальном просто спокойно играем, без всякой суеты, без нервяка, как бы, по большому счету от этого матча прям грандиозно ничего не зависит, но как бы стараемся все равно, и слушайте подсказ, я буду подсказывать, сами друг с другом тоже коммуницируйте, говорите, кто куда пас дает, кто куда открывается, чтобы не было там непонимания в центре поля, там в атаке. В защите, если есть открытые игроки, можно в пас играть. Если вы чувствуете, что игроки под прессингом, лучше вынесите просто. Либо диагональ обычным навесом на дальнего крайка, либо на форвардов, забросом, там, навесом, чем угодно. Буква, вставай. Буква. Ну и смотрите, у них Малах, как обычно, любит на переступах уходить под ударную позицию перед нашей штрафной. Соответственно, нужно этот момент контрить. Я буду по цапу их бегать, стараться персонально.
Вы смотрите, ну, в первую очередь Данаева, но и Макара тоже, потому что он сейчас стал тоже в атаках принимать участие. Они любят навешивать на дальнюю крайка, и он скидывает под удар форвардом. Поэтому крайки максимально внимательно вы должны отрабатывать сзади. Лучше вы вперед не добежите и не откроетесь там где-то впереди, но отработаете сзади, чем получится так, что вы впереди откроетесь, вам там не дадут пас, или мы там обрежемся, или еще что-то, и хуякс, нам контра полетит. И Фрол чуть-чуть быстрее принимает решение. Как бы у тебя часто бывает момент, когда ты вроде свободен, и нету какого-то обостряющего варианта, и ты начинаешь медлить. Тут нельзя медлить. Все, давайте. Все сами знаете, что делать. Костик, когда мяч в руках, не спеши с выносом. Жди, пока расставятся крайки. Погнали. Погнали, блядь. Вот, я буду назад. Ну, они могут забросить во фланг, но, вероятнее всего, просто низом через центр пойдут. Поэтому смотрите сразу центр. Хорошо. Ладно, через дом, да. А мне есть только. Я с тобой. Со скидочкой. И навес, навес. Либо еще навес, да. Хорошо. Нищетово нахуй. 0-0, блядь. Давайте, забыли. Забыли. Играем дальше. 0-0 счет. Мало. Это хуйня. Я вообще думал, что офсайд будет. Да там был офсайд, блядь. Все. Офсайд матча Ювентус. Все, играем. Там счет на выключи свой Ювентус. Под левую ногу и все, тихо. Погнали. Ебальники чуть подзавалили, играем. Да, давай, погнали. Хорошо, Шишман. Можно Гриша? Можно бросить. Ага, здорово. Ага. Может, Альпа. Тоже. Не, блин, надо Альпа. Через букву. Спокойно, да. ЛП один снова будет. Навесом на ЛП можно. Угу. Я подойду, закину. Нормально, ладно. Надо Полы. Выиграть. Диагональ. Хороший шпон. Надо зацепиться. Попробуй забросить. Ты его найдешь? Ладно. Все спокойно. Можно перевод. Следи, не буду. Перевод просто. Ага, здорово. Есть. Блять, я засмотрелся и поснял. Нормально, нормально. Играем. Хорошо ты. Хорошо. Здорово. Попроси, попробуй. Вот. Шалты, сбеги. Ага. Ой, хорош. Без нафрола. Блять, все, выиграл. Нормально. Все, через нас спокойно. Пробуй. Шалтай. Блять, ебался. Там офсайд игра. А что за хуйня? Я же отменил. Ты в офсайде был. Диагональный заброс. Ты говори, пробуй чуть раньше. Хорошо, да. Давай, давай. У меня было время. С тобой есть. Через дом можно. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо. Не туда давал мне бэт. Дальта. Хорошо. Вот, на переступах он будет вот так вот, да, пытаться. Да. Навес... А, тут аут. Ближних говорим. Анлаки. Нормально, забыли играть. Значит, через вичпона нашел ты.
Хорош, фрол есть. Есть тейст на эту ногу. Не бегай сейчас. Только у штрафной бегай. Да, в центре поля под пас ножки открывайся. Хорошо. Здорово. Ого, как у меня выстрел. Хорошо, шипнул. Хорош. Подбор нужно забрать, они выиграют, скорее всего. Не выиграли. Нормально. Играем дальше. Повезло. Сразу. Есть, есть, есть. Сразу бросаю, если открыт. Можешь чуть-чуть передать, он навесит на дальку. Только сзади надо, чтобы остались. Раз, два, три. Да. А, у вас не было там? Чип, он далеко бежал. Здорово. Убежишь, Гриш. С тобой. Не бьет сразу, ну, блядь. Нормально. Летать. Блять, как я не забрал. Здорово, выиграешь. По позициям расставились. Повыше чуть-чуть вышли. Заброс, смотрите внимательно. Он уйдет. Сразу на даке. Под него, под него. Сори, но... Здорово, хорошая. Нормально, наш мяч. Надо... А, фрол будет кидать, скорее всего. Подойдите. Тейсет, вы беги на дело сейчас, на счет три. Ну ладно, да, делайте. Бля, анаки. Парни, ну подойдите, что молчите? То есть надо же какое-то действие сделать. Ну, я хотел на счет три там уже... Понимаете. Сапа проебал, хорош бы лучше наш мяч. Наш. Вперед. Давай. Последняя минута, сядь. Центр развернет. Надо скидку смотреть. Хорош, Кость. Придержи, похуй, не будет атаки уже. Ладно, нормально. Мы забили хуйню, пустили хуйню. Но мы чуть пододали, ему не садится. Так, Гриш. Андрей, что помнишь момент, где я тебе в ножки дал? Наоборот, давай вот так же беги, потому что он будет тебя перекрывать, и мы ему просто... Окей. Если будет еще раз такой момент. Ну, то есть, потому что ты ножку не открывайся, и, ну, если только, наверное, будет все. Ну, короче, под заброс, да, бежать. Не в ножку. Бля, у нас... Да, я не буду тебе давать, подвижу, чтобы он сразу вылетел. Полностью идентичная стата. 71% пасы у обеих команд. Обводки 85-87. Число пасов 78-76. Да, я там хз. Я, блядь, ударил он низом вообще по варшотам, ёбан. Если бы верхом летел. Нормально, забей хоть, забудь. А, давай через шалтая. Ой, через вичмана на шалтая. Хорош. Не спеши. Так. До фланга бегаем. До фланга? Ну, давай я на даке отдам, а даки навесит. Так, шалтай, уйди. Ждите, ладно, давай. Не заходи в штрафную.
Бля. Хорош, Бука. Хорош. Да, вперед, вперед. Пихайте вперед в таких ситуациях. Назад опасно. Хорошо ты. Вперед было. Хорошо, зацепиться. На фоне будет пытаться выехать. Хорошо, чего? Подбор нам нужен. Хорошо. А, будет навес, либо на. Ну, скорее всего, на Blessed на 11 метров. Либо на дальку, в крайнем случае. Хотя с этого фланга могут и на ближку на Малаха со скидкой. 11-1. Ну, придется играть. Надо скидку смотреть до конца. Хорошую букву. Далька еще. Хорошо. Спокойно. Сейчас надо придержать просто спокойно. Буду с тобой. Забеги, Бдаки. Можно перевод сделать. Хорош. Фан. Вот, что здесь делать? Играй. Бля, ладно. Подойди ко мне. Есть. Ага. Еще катаю. Ага. Хорошо. Хорош. Вот так, спокойно, тихо, спокойно. Тихо, без подката, главное. Издалека паршотик хуйни. Да. Я хочу это сделать. Ну, блядь, у меня вообще L1 не работает. Хорошо, давай-давай додавить. Надо, чтобы кто-то пас дал в штрафную. Нормально. Все дадим. Штрафную это не издалека. Ну, типа вблизи, ну, перед штрафным. Иди в него, Арти, я страхую центр. 11. Хорошо, с выносом. Лучше. Отлично. За спину беги, Игорь. Бегу. С тобой. Или так, отлично. Подбор надо забрать. Хорошо. Нашел ты, давай. Ладно. Можешь выносом сильным. Или так, хорошо. По флангу. Я один спин. Здорово. Андрей, отпал, да? Блять, меня потянуло. Ну, ты, блять, хуёво пошёл просто. Будет на переступах сам делать. Хорошо. Хорош, пал. Лучше. Сам иди. Смотри, будь тиша. Ну, это самое надеянное. Ну, ладно. Интересно, не скажите. Скидку надо смотреть из-под Малаха. Даки, внимательный фланг. Вот эти игроки, да. Хорош. Давайте в атаке чуть пару пасов дадим. Соберитесь. Ну все. Не открывайся. Ну нет. Спокойно, спокойно. Уй, там был, блядь, нормально. Тихо, играем. Все, тихо, играем. Не надо рисковаться в штрафной, пожалуйста. Играйте, блядь, более широко. У нас ебут шириной пока что. Хватит флудить, блядь. Смотрите игроков. ЦЗ с ЦЗ должны сыграть сейчас. Редва это возьми букву. 11.
нужно скидку с ближней штанги перекрыть будет. Направо. Пашники могут забросить за форварда. Ой, за защиту. Они стоят высоко, блин. Мы этого не делаем. Лучше. Под меня. Пройди на полукруг, наверное. В середине, еще там идете. Полукруг, фрол один. Делай, шука, делай. Делай. НТ. Хорош. Пас бы дать. Нормально. Да. Ты не один удар, ладно. Хорошо. Хорош, Бука. Да не беги, брат. Лучше. Форварды будьте на линии с их ЦЗ, чтобы мы выносили и цеплялись. И когда борьба идет, забегайте. Нормально, наш. Хорошо. Расслабься. С Венесом просто надо сделать. А можно и вперед уже. Последняя минута, только вперед. Зайду на дальку. На полукруге буду, на полукруге буду. Подожди, там он не успеет. Ладно, нормально. Я подсказываю. Второй тайм, конечно, совсем хуёнький. Нравится? Все, надо выдохнуть, парни. Мы... Ты быстрее пас, пожалуйста. Мы слева очень медленно играем. Пиздец просто. Там 5 раз можно форварду дать. То есть не забегай постоянно, откройся под него. Если не если у штрафной, забегай. Если не у штрафной, откройся ты, блядь, ему под ноги. Дайте, откройся под ноги. Прол, откройся под ноги. Ром, мне кажется, сильно замедляешь иногда. Прям пиздец как сильно. У меня, блядь, столько моментов на забега было, блядь, за защиту. Мы, блядь, даем, сука, танка. Мы уже сдавливаем их настолько в защиту, что, блядь, там уже нихуя не сделаешь. Там один раз я перевел контрудок. Ну там я еще, когда мы. Ладно. Ну и смотрите, когда мы зажимаемся в одном фланге, перевод можно сделать. Там пустые люди вообще стоят. У меня стамин нет, я бегать сильно не буду. Уже не хуем. Хорош. Подбор надо забрать. Да ёбаный рот. Тактически, если можете. Да не надо, попробуй, мне кажется, сломать. Блять, угловой. Желтый, желтый впереди. С подбора не убегайте раньше времени. Пизда. Давайте чуть раскрепостимся. Да, нам терять нечего. Быстрее чуть, пожалуйста. Типа ни одного опасного момента нормально не получается. Ударить даже открыто. Нормально. Стою перед вами открытую штрафную, не даете. Не выносите защиту сейчас. Тут я закрыл был. Надо было тебя подсказать. Бля. Здесь вверх они выглядят. Как манго. Ладно, хорошо. Уйдет. Просто вертикальные пасы и низом давайте быстрее. Если есть открытый игрок. Угу.
Вы еще молчите? Хуй пойми, что ожидать, блядь. Пас, заброс, блядь. Тихо. Будет угловой. Полукруг. Ой, 11. Ребята, послушайте. А, мы сейчас, во-первых, да, вот эти комментарии, я согласен, они как бы ничего не дают. А, второй момент. А, они уже СЗ их сидят. И, соответственно, когда мы просто так выносим мяч, мы на флангах не выигрываем. И как бы просто, когда мы выносим прям от своих ворот, тоже это не дает результата. Ищите сейчас, я практически всегда один стою, и они меня уже даже не прессингуют. Нам нужно просто быстро выходить низом из обороны в атаку сейчас, потому что у них есть зоны в центре. Просто дайте мне, я дам дальше. В центре низом. И давайте больше просто мощный пас низом там вперед на открытых игроков. Не надо сейчас лишнего выдумывать. Мы от того, что сейчас выдумываем, мы просто сейчас, начиная там после того, как мы забили гол и пару моментов создали, больше ничего не сделали в этом матче. Проще играйте и быстрее, и все. Не надо поднимать мяч постоянно сейчас, потому что они выигрывают борьбу, мы подбор не забираем, получается хуйня. Поднимайте только если, ну, критическая ситуация уже, и чтобы не привести. Поехали. Ну, а сейчас что делаем? Давай, давай, на Вичпона. Они сядут, мы можем в целом и низом, да. Бля, упал бы. Наш. Можешь. Можешь вернуть. Ладно, хотел на полукруг дать. Будут на Малаха, вероятно, и со скидкой делать. Сейчас мы прессуем выше уже, соответственно, можно и их СЗ прессовать. Но главное, Коряков не опускать за спину. Отлично. Давай-давай, нормально, Ваня. Тут хорошо было бы под ударчик, конечно. Не получается у нас порода вывести под удар. Там пиво. Нормально. Бля. Играй, играй, играй. Ближнему. Пройди. Делай. Хорошо. Unlucky. Nice try. Хорош. Будут тянуть. Будут тянуть. Всеми силами. Угу. Меня не будут тянуть всеми силами. Выше. Прессуем сейчас всех уже. Хорошо. Нормально, вперед. У тебя же есть. Может, в атаку идти? Сейчас. Блять! Нормально, ладно, пойдем. Давай, играем, похуй. ТФчик не попал, что ли, будет? Да нет. Давай, играем, выше прессуем. Наш. Вперед по флангу. Пожалуйста, услышите меня. Если у вас сразу открытый игрок впереди по флангу, дайте на ход ему. Можно. Хорошо, если надо идти. Ну иди уже, что делать. Можно. Куда? Полукруг есть. Блядь, это на полукруг. Еще играй, играй, играй. Последняя минута. Делай, блядь! Пусти нахуй, блядь! Подключение, ёбаная, блядь! Хорош. Давайте, серию пенальти, парни. Бля, вот. Мегадек, ты заебал, Вань! Тише, давай играем. Мы забили на первый до 120. Блядь, это просто пиздец. Если что, по Ненкой можно бить, парни. Но... Бейте, как вам по кайфу, бля, главное, надо победить. Кость, никому они... не подсказывайте под руку. Сейчас я скажу быстро. Кость, они вчера били серию пенальти, много били по центру. Но сам смотри, просто как инфу. И по Ненкой можно бить, поэтому
Могут и по центру тоже бить. Давайте. Удачи. Хорош, Гриш. Лучше, Костя. Хороший лучше. Игрок. Хорош. Лучше. Unlucky. Хорош. Лучше. Бля, снюсик вкинул, так кайфово. Блядь. Ну, блядь, как что не... Все, нормально, давай. Раз. Осуждаю, лучше. Костик, осуждаю, блядь! Сюда, блядь, нахуй! Блядь, сюда эту шлюху. Да пиздец. Ебанутый. Хорош, Петрович. Хорошее посвящение, да, блядь. Орёт, как ебанутый сам, блядь. А сейчас ебанутый, что уже победили, нахуй. Не, сыграли очень хуёво, блядь. Нам не хватает цапа. Нам цапа не хватает. Нет, нам цапа не хватает. Причем тут цап? У нас форварды... У нас форварды, блядь, без мяча вообще. Ладно, давайте это мы обсудим чуть-чуть позже, после стрима. Да. Чпан, ну там скорее там немного моментов было, там просто два полшота. Ну, очень да. Нет, ну да. Там один такой был. Один на один, когда он не забил. Не один хороший момент. Вратарь. У нас были моменты 3-2, когда мы выходили. Там был Бутяш один. И не, вот этот полшот Тейсона ударный. На тот, да. У нас было много моментов, но Костик тоже. Люблю вас всех. Просто у меня просьба на будущее. Ну давайте, ладно, потом, когда Ваня стрим выключит. Я... Да не, давай мы просто, блядь, завтра спокойно по... Нет, там единственная просьба по поводу угловых. Окей. Скажи, Ваня. Сейчас я статус запишу, выключу стрим и обсудим, да. Ну в том моменте я просто ёбну, потому что я в зеленку ебашу. Я думал, сейчас ёбну. А он вот так вот полетел хуёво. А там, блядь, когда он вытащил вот это выходит один на один, если бы он верхом ударил, блядь. Во время своего удара, сука. Unlucky. Повезло, что я еще в офсайде не был на добивании. Зато Бутяш красненький неплохо попал. Да, там Бутяш красненький, без ТФ он забивает. Кстати, да, я в этот момент вообще забыл. Там вратарь вообще был злом ушел. Там Бутяш мог без ТФ вообще забивать, там вратарь просто ушел в сторону. Ну да, он забил, он ушел. Бля, ну ладно, могли все забивать. И Гриша мог забить, и да, я да, там тоже удар был, был во втором тайме, момент, когда ты бил вдальку, Мегадейк-то отбил. Ну, были моменты, на самом деле, у нас. Но мы... Все нормально. Ну, несмотря на то, что моменты были, мы сыграли все равно паршивенько, так скажем. Очень хуево. Да. Мне все равно кажется, Фрол, надо как-то распасовываться за нападением. Я остаюсь, если я забегаю, ты не даешь, блядь. Остаюсь, ты не даешь. Ну давай как-то вот здесь вот настроимся, потому что, блядь, ну, надо направо тоже переводить мяч, если вы через центр не можете, блядь, через нижнюю часть. Я только сейчас эту хуйню увидел, Григорий Погба, блядь. Что? Я шучу, блядь.